Ура! Вы в Монако! Вы в Монако! Просто вышла я из станции, вот станция. This is the station. Города Монако. И просто поднялась на самый верх. И здесь выход, видно как раз вот это порт Геркулес. Геркулес, наверное, по-русски. Геркулес. Спор Геркулес. Где сейчас проходит как раз шоу яхт. Вот видно кусочек, я не знаю, сейчас мы сходим туда. Я хочу, если туда вход стоит 80 евро. Если они разрешат заходить на лодке, я пойду посмотрю. Если не разрешат, то, наверное, можно сверху посмотреть. Говорят, не всех пускают, поэтому не знаю. Просто заплатить 80 евро и просто пройтись мимо яхт, когда можно и сверху посмотреть, я думаю, это не стоит того. Ну а если они разрешают вовнутрь заходить, то тогда можно и посмотреть. Okay, this is the boat show 2013, and this is the view from the top of where the station, train station, and I know that the entrance costs 80 euros, but I don't know if they let you to go and look the inside the boats. If they do, I would like to go. If not, I'll probably just watch from here. Monaco! Monaco! Woo! Hi everyone! Welcome to Monaco! И всем привет! Добро пожаловать в Монако! Хорошая погода! Ура! Тепло, хорошо! Конец сентября! This is the end of September. It's nice and warm. Just perfect. Not very hot. Just nice, pleasant weather. Все, сейчас пойду спускаться вниз туда. Обратно через станцию. О, смотрите, как мы облака идут, спускаются, облако. Look at the cloud, the mountain, on the mountain, the clouds. No, very nice. Так мы спустились вот сверху. До этого я снимала наверху. Там где-то у нас остался... железнодорожный вокзал. Railway station is over there somewhere at the top. Мы спускаемся вниз. И добро пожаловать в город миллиардеров и миллионеров Монте-Карло. Welcome to Monte Carlo, the city of billionaires. Первое, что бросается в глаза, это крутые автомобили. О, такие классные тачки. Cool cars around here. See the straightaway. Look at these cars. Okay, the other one is not as cool as this too. Такие крутые машины. Так, мы идем к лодкам. Порт Геркулес. Теперь надо перейти на ту сторону. Up to cross the road. Мечта Монако. Хочется везде пройти. Монте-Карло казино. Казино Монте-Карло показывает где-то туда вверх. Не знаю. И снова крутые машины встречаются нам по пути. Казино, кука, Феррари. И снова Бентли нам встречаются. Is now Bentley. Вау. Где еще можно встретить столько крутых машин? Столько в одном месте я еще нигде не видела. I never met so many super duper cars. I never saw so many duper cars in one place. This is so cool. I guess they're all going to see the boats. Look at the boats. Мы идем, решили все-таки сходить, узнать, где вход, пройтись. Вот оно, место миллионеров, где можно встретить настоящих миллионеров, наверное, даже миллиардеров. Они просто ездят здесь по дорогам на таких крутых машинах. Там, наверное, ходят где-то, выбирают себе крутые яхты. Вау! Супер! I'm just saying that this is like where the old rich people are walking around. Where you can meet so many rich people in one place. Here in Monaco. On the boat show.
подошли поближе посмотреть на лодки. Не захотелось мне что-то идти вовнутрь, потому что, в принципе, и так видно все вот здесь, отсюда, что здесь, это как выглядит. Вот такие, как, наверное, рекламные отсеки. Там видно, это для лодок, кто хочет купить, там эта информация есть только. Ну, на сами лодки можно так посмотреть. Но я думаю, если вовнутрь заходить, значит, настолько уговаривать, рассказывать все это. Можно все отсюда вот увидеть. Хотя вот эта лодка Аркадия. Okay, we're here next to the boats now. I decided not to go inside. Just, yeah, don't want to pay 80 euros. I can see it from here for free. All these pretty boats. I'm not gonna buy one, so maybe one day when I will be able to buy one, I will go and have a look inside, so I can see it from the outside. Может быть, когда-нибудь однажды я выиграю лотерею и смогу купить себе такую лодочку какую-нибудь. Вот такую, как это, Crystal Serenity, что-то такое купить. Так можно отсюда посмотреть, полюбоваться на эту красоту. Конечно, красиво все это очень. Яхты. Очень красиво, мне нравится вот этот вид на гору. И облако, гора в облаке. Напоминает очень мне Южную Африку, когда мы были, точно так же мы попали в облако. Было очень здорово. Как будто ты в тумане или в дыму в каком-то, не поймешь. Красиво. She's saying like this view, the mountain, the cloud. The mountain and the cloud is very pretty, reminds me South Africa again. Very nice. Questo è solo una sciaccerà. Adesso mi dà la prima. E tutta una volta. Attorno a Siatun, c'è un di bello...